Здравствуйте! Для декоративной обработки дерева рекомендую использовать фрезер Black & Decker KV900E или KV900EKA. Это простые и удобные приборы, с которыми справится даже начинающий мастер. Фрезерами можно обрабатывать древесину различной плотности. Используйте для этого фрезы любой формы с хвостовиком до 8 мм в диаметре. Чтобы слишком мягкий материал не горел, установите минимальную скорость вращения оснастки – 8000 оборотов в минуту. Для очень плотных заготовок необходима высокая скорость – 27000 оборотов в минуту. Глубина фрезерования регулируется до 55 мм. Установить ее с высокой точностью помогает линейка на корпусе. Прочная алюминиевая подошва с антистатической накладкой имеет хорошее сцепление с заготовкой. Прорезиненные рукоятки удобной формы позволяют уверенно перемещать инструмент. Фрезеры защищены от случайного запуска. Для включения необходимо нажать кнопку разблокировки и только затем пусковой курок. К тому же вы можете выбрать удобную для вас форму поставки инструмента – в кейсе или в коробке. И вы не забывайте, что мы рекомендуем только качественную технику.